Своеобразный стоп-лист разработан, чтобы бороться с крайне распространенной проблемой в медучреждениях, с которой, скорее всего, сталкивался каждый. Это хамство. Например, вместо некорректных обращений «девушка», «молодой человек», «мужчина» авторы документа советуют говорить «вы», «скажите, пожалуйста» или использовать имя пациента. Ошибочными также признаны фразы «не знаю, кто вам такое сказал», «а мы-то здесь при чем?», «вы что-то путаете» и прочие словесные конструкции, возлагающие вину на пациента. О том, как к этому отнеслись сочинцы, мы узнали, опросив прохожих на улице. Я, во-первых, всегда платную медицину выбираю, и мне таких фраз не говорят, поэтому даже, наверное, не сталкивались с таким. Да, мы читали, и что медики не должны задавать такие лишние вопросы, которые обижают больных. Вот мы, нам это нравится. Вам хамство встречалось? От врачей-то? Да нет, наверное. Так не хамят прямо сильно-сильно. Сейчас они все заинтересованы в больных посещать, так что. Особенно если коммерческие. Я думаю, это положительно момент, то, что запретили. Отрицательно то, что пришлось на это пойти.